что ж, привет всем, доброе утро. Сегодня 6-е, и я хочу попробовать сделать макияж. Одна бюджетная палитка, два макияжа, и дневной, и вечерний. Вот этот смесь. Да. Если София, конечно, мне даст сделать. Вот я сейчас покажу, как я приготовлю. Вот, Истанианная зашла на ее канал. Вот тут у меня хранится. Не хранится, вот это я все буду снимать. Мне уже приготовлено. Здесь вот это наше зеркало. Буду краситься, не знаю, что получится. Сейчас хочу глянуть. София капризничает, поэтому посмотрим, что. Все, готова я уже снимать. София там капризничает. Надо сейчас прическу поправить. А так у меня уже, как говорится, все готово. Лампа настроена. Так, вот видите, настроила. Вот. Штатива нет, к сожалению. И пока вот так. Сейчас машинка достирает. Пока так, без штатива, но зато светло очень будет. Буду снимать видео, как я поехала жить в Турцию. Про макияж я помню, я обязательно сниму. В общем, не буду долго говорить, что машинка снимает. Вот, так что, Наташенька, жди видео. Треска, картошечка. И родители в спаре купили, слушайте, вообще, оливье салат. Он такой клевый. Вот, сейчас парится гречечка. Чайник вскипел, будем с котлетками кушать. Вообще, сколько? 100, 111 рублей получается. Угу. Такая вот коробочка, в общем. Такая, я тут не знаю, она средняя, она рассчитается или большая у них там. Что, очень вкусный салат. София вот чай пила, и вот бабушкина лукошка очень любит. Нас тут еще получается. Ой, надо тоже порядок наводить. Вот этот ей очень понравился. Пюре из цыпленка. Потом, что тут у нас? Не знаю, вот это ей не понравилось. Только цветная капуста. Если с пюре только попробовать. Тему она любит. Цыпленок с говядиной. Еще и с гречкой ей понравилось тоже. А это с печенью. Угу. Все стоит. Тут опять бабушкина лукошка такое же. Вот, и ее водичка. А брату купили ботинки. Сейчас, кстати, покажу их. Приберу здесь. Вот брату купили такие конты. Сейчас это его старые, а это его новые. Вот теперь будет модный ходить в Паула Конту. Со скидкой они, кстати, купили. Такие классные. Я тоже себе потом хочу на весну что-нибудь из этой фирмы. Вот такие вот моднявки. Вот. С лейблом. Такие замочком, то, что удобно. Он не любит завязывать, потому что ему застегнул, застегнул. Пойдем с нами, Саня. Пойдем. Да, сейчас мы помогаем тут нашим женщинам мыть. Что мы с вами? Контейнер, стиральная машина, куда загружается порошок. Да. Порошок и этот. Кондиционер. Да, заливается кондиционер, ополаскиватель. Также после всего этого мы хотим проверить пожарный гидрант. Мини-пожарный гидрант, конечно же. Так, вот у нас главный смотровой. Вытекнуло. Что? Вытекнуло в квартиру. Да, шума здесь, конечно, предостаточно. Да, вот так будет лучше. Также предусмотрен пожарный гидрант. Так. Так, Соня тут опять с интернетом балуется, пусть балуется. Вот он наш пожарный гидрант. Вот, собираем. Чего ты? Вон как она улыбается-то, а? Моя племяшечка. Ты моя племяшечка, да, Саня? Ты моя племяшечка! Вот она, вот она и телефон забирает. Борьба за телефон. Такое лицо, такое выражение. Да.
она старается. Но лучше не надо, потому что... Телефон-то новый! Саня, отпусти! Нет! Она заворчала. Ну тут бабушка его слышала. И сейчас она его снесет. Иди ко мне. Вот она. Вот. И маму не слышно. Ничего страшного. А что такое? Так, вот дедушка уже собирает. Чок. Так, ладно. Теперь мы переходим к стиральной машине. Ох ты, сколько здесь-то грязи. Да, почему она плакала? Да. Она телефон хотела взять. Да, это все от порошка. Это не есть хорошо. Так, ладно. Увидимся после того, как помоем. Видишь, фотоспышка у меня. Там у нас готовится. Нет, надо без фотоспышки. В духовке мама готовит курицу. Там свет с картошкой. И сделали чистку машинки. Сняла уже видео. Вот она там уже там грязная, мыльная вода. Машинка прослужит нам не 10 лет, а 20. Конечно, это неправда. Сейчас фокус. Так что вот, мы тут делами занимаемся. У нас дома есть пожарный шланг. Вот ниже отпусти. Он находится в туалете. Прикольно. Там нечего делать сегодня. Они. Вот надо его закрутить сюда будет. Так вот он выглядит. Что-то делают все. Вы там сливаете, да? Ладно, сливайте. В стиральной машине. Нравится ему, да, Марсик? Кс-кс-кс-кс. Он любит, когда машинка шатает ее, а он лежит такой важный. Кс-кс-кс-кс. Моется. Вот мама сделала курочку с картошкой. Специи мы положили. Мяту, получается, базилик. И просто посыпали солью, вот и все. На картошку просто солью посыпали. Это вот уже брат с папой вчера съели. А мы сегодня будем кушать. Вкусняшка. Сходили мы в Магнит. Взяли наши любимые курабье. Вот Софии такие печеньки буду вилочкой размягчать. Добавлять молочко и давать такие вафли. Ой, не вафли, а сухари. Так, взяли мы еще и кашу, котлеты взяли, в общем, не знаю. Хочу создать плейлист наши покупки в магазинах. Все уже мама разложила, пока Софию кормила. Вот, покажу кашку и уже буду заканчивать. Такая у нас булочка с луком, любим мы покушать, не знаю, еще не пробовали. Котлеты. С кашей у нас вышло где-то на 800, да, мама? Вот котлеты наши любимые. Первая свежесть. Так, твиксики. Мы сладкоежки, да? Сладкоежки мы, главное, так. Прогрызла коробку один. Прогрызла? Еще, наверное, бумагу съела. Угу, сейчас, так. Вот что мы взяли. Так, майский чай. Да, прогрызла. Туалетную бумагу. Вот эти сухари, молоко, котлеты. А, Тёма биотворог. Хайнс печеньки. Хлеб вот с луком. А, сыр мы взяли. Юбилейное печенье брат любит. Праздник сластёный, печенье. Не знаю, что это за печенье. Растишку йогурт взяли. Сырка 2. Вот эти твиксики. 757. И плюс каша. По-моему, 75 рублей она стоила. Сейчас я вам её покажу. Вот эта кашка, она ей очень нравится. Мы взяли в маленьких пакетиках. И уже потом взяли вот такую большую. Вот эта кашечка. Ну, не в этот раз взяли, а в другой. Просто хотела показать. Очень вкусная. Мне самой она нравится. Я не люблю овсяную кашу, но она очень такая вкусненькая. Вот такую кашку София уже прогрызла перед сном. Но тут как бы без соли и молока нужно добавлять обязательно. С липой и ромашкой.
Сзади вот тут написано, что экстракт липы обладает успокаивающим действием. Ромашка помогает предотвратить вздутие живота и колики. В общем, тут все расписано. Вот буду пробовать давать на ночь. И такая вот у нас кашечка есть. Все, буду прощаться. Спасибо, что смотрели и были с нами. И берегите себя. И пока-пока.